Половина основных продуктов питания, продающихся в Запорожье, не соответствует нормам. Неутешительные выводы получили в результате работы Запорож метрологии за полгода. Специалисты предприятия провели экспертизы 88 образцов наиболее популярной у потребителей продукции. Нарушений масса от меньшего, чем заявлено на упаковке веса, до кишечной палочки. каким товарам следует относиться с опаской, знают наши корреспонденты что можно смело употреблять в пищу, а чего не стоит. Не понаслышке знают сотрудники Запорож Стандарт Метрологии. С начала года, утверждает руководство предприятия, они провели 13 экспертиз 88 образцов продуктов питания. Проверяли сметану, сливочное масло, молоко, сладкие сырки, полуфабрикаты, вареники и пельмени, а также ранние овощи. В более чем половине случаев нашли нарушения. Мы проверяли маркировку, массу нету проверяли органоаналептические показатели, физико-химические и микробиологические. Сметану и сливочное масло мы также проверяли на наличие растительных жиров. К примеру, в сметане торговой марки Хуторо, говорят специалисты, концентрация дрожжей и грибов плесени превышает норму в несколько раз. В сливочном масле вышковые свято и старица нашли растительные жиры. По сути, уверены эксперты, значит, это фальсификат. Не порадовали специалистов пельмени добрый кухар. Там они обнаружили бактерии кишечной палочки. Впрочем, со стороны государства никаких последствий для производителя такие вердикты не принесут. Испытательная лаборатория не э, карающий орган, как бы у нас нет функций, таких, которые мы могли бы Поэтому единственное, это нас ну, донести. По словам сотрудников стандарт-метрологии, впереди у них еще масса работы на повестке, проверка качества хлебобулочных изделий и спиртных напитков.